хотел бы сердечно приветствовать вас, господин президент, и сопровождающих вас людей. И я убежден, что это ваш первый визит в Москву послужит укреплению дружеских отношений между нашими народами, являются соседними народами, имеют много общего в своей истории. И дай Бог, чтобы ваш визит открыл такую новую страницу. Я знаю, что много лет вы трудились на медицинском поприще, и это важно, когда глава государства обладает такими качествами, какие необходимы врачу. В каком-то большом смысле слова глава государства должен уметь исцелять человеческие сердца. От того, какие сигналы глава государства дает своему народу, своим людям, часто зависит их состояние. И душевное, а иногда и физическое. Я бы хотел с удовлетворением отметить высокий уровень отношений, который существует в Латвии между латвийским государством и Русской Православной Церковью. И вот очень отрадно, что с 2008 года в Латвии действует закон о Латвийской Православной Церкви. Я очень положительно оцениваю факт принятия этого закона. И это дает возможность церкви действовать нестесненно, и мы получаем очень положительные доклады об этом со стороны Преосвященного митрополита Александра. И хотел бы сказать, что в каком-то смысле вот этот закон и практика, которая из него вытекает, является, может быть, примером для некоторых других стран. Мне кажется, что очень важно, что в Латвии обеспечиваются права всех верующих. Мы видим это, и это выражает, и это действительно чувство глубокого удовлетворения у нас вызывает. Замечательно о том, что в Латвии также с целью обеспечения прав верующих дается возможность юридической регистрации браков, заключенных в храмах. Вот во многих сегодня странах эта традиция уже исчезла. А то, что в Латвии это существует, мне кажется, что это очень важно, потому что это в значительной степени помогает понять современным людям и роль церкви в таком важном деле, как создание семьи. Важно отметить, что служение церкви в социальной сфере также встречает поддержку со стороны латвийского государства. И это касается работы священнослужителей в тюрьмах и во многих других сферах. Также ведется духовное кормление православных военнослужащих в латвийской армии. Мы тоже очень рады этому обстоятельству, потому что иногда человек, находящийся в армейских условиях, особенно требует духовной поддержки. Есть одна проблема, которая нас несколько тревожит. Это то, что возникают время от времени какие-то попытки создавать такие раскольнические православные группы, которые создают беспокойство для верующих людей. И мы очень надеемся, что Латвийская Церковь будет защищена в полной мере законами Латвии, и что вот такие попытки, которые предпринимаются со стороны нечестных людей, что они не будут ни в коей мере реализованы в отношении Латвийской Церкви. Я с радостью узнал, что на прошлой неделе Сейм Латвии принял решение об объявлении Рождества Христова по юлианскому календарю официальным праздничным днем. Сердечно вас благодарю в вашем лице и Сейм, и народ Латвии. Это очень важное событие. Знаю, что вы поздравляете православных верующих страны с Рождеством, и знаю, как это отзывается в их сердцах. Это очень добрая и хорошая традиция. Полагаю, что православная церковь могла бы, конечно, и играть, может быть, еще большую роль в воспитании молодежи. Вообще, состояние нравственности в молодежной среде сейчас вызывает обеспокоенность во многих странах. Это касается и России, это касается Западной Европы. Есть нечто, что мы воспринимаем как опасное для будущего
всей человеческой цивилизации. Когда молодое поколение теряет нравственные ориентиры. И вот в этом смысле очень важно, чтобы все институты гражданского общества, включая церковь, могли сегодня активно участвовать в воспитании молодежи. Преподавание в общеобразовательных школах межконфессионального предмета в Латвии, христианское учение, является, конечно, важным вкладом в стабилизацию социальной сферы, и в том числе и в нравственное воспитание молодежи. И я бы еще сказал о важности этого предмета для улучшения межнациональных отношений в латвийском обществе. Я поддерживаю достаточно строгие требования, предъявляемые к религиозным общинам, которые имеют право преподавать в школах. Это очень важно, потому что иногда, к сожалению, под видом религиозной деятельности развивается деятельность совершенно нерелигиозная. И поэтому обращаться к детям с религиозным посланием в школах должны только те религиозные организации, которые признаются государством. Конечно, непростое наследие у всех стран, которые возникли после распада Советского Союза. Это наследие обусловлено очень отрицательным влиянием идеологии, которая тогда существовала на жизнь людей. И как реакция на господство одной идеологии, в наших обществах возникают разные явления, в том числе националистического характера. И вот сегодня мы особенно об этом много задумываемся в России. Когда рост национализма создает угрозу для жизни людей, для благополучия людей, для прав людей, которые принадлежат другим этническим группам. Насколько мы понимаем, в Латвии тоже не свободно от этого наследия. Я бы хотел выразить уверенность, что под вашим руководством латвийское государство сделает все для того, чтобы остатки межнациональных напряжений, которые существовали и существуют в обществе, были как можно быстрее решены. Я говорю об этом сейчас с особым чувством после всего того, что совсем недавно произошло в Москве. Я думаю, что в современном обществе, которое является многокультурным, многоэтническим, многорелигиозным, мы должны особое внимание уделять межнациональным проблемам. Я бы хотел также сказать о том, что, конечно, мы очень внимательно наблюдаем за всеми теми вопросами, которые связаны с жизнью русскоязычной общины в Латвии. И все, что касается вопросов, связанных с трудоустройством людей, с обучением людей, в том числе на русском языке. Это очень находится в центре нашего внимания. Мы знаем, что существовали некоторые проблемы, и, может быть, еще до сих пор существуют в латвийском обществе. И хотели бы, чтобы как можно быстрее эти трудности уходили из жизни людей. Латвия является неотъемлемой частью европейской семьи народов, членом Европейского совета, Союза. И, конечно, говоря о сегодняшней Западной Европе, вообще Европе, Европейском Союзе, я бы тоже хотел выразить некоторую озабоченность, касающуюся отношение к проявлению христианской веры в общественной среде, в общественной сфере. В некоторых странах Европейского Союза, как вы знаете, возникают трудности с тем, чтобы люди могли открыто ссылаться на свои религиозные убеждения в осуществлении общественной и профессиональной деятельности. Я имею в виду такие неприятные случаи, как процесс против итальянского государства в связи с тем, что в итальянских школах, в классах итальянской школы находится распятие, и кто-то решил, что это не соответствует правам детей, не относящимся к католической церкви.
Это приводит к большому напряжению. И что самое главное, мы видим в этом попытки исключения религиозных символов из общественного пространства. Это прямо не имеет отношения к Латвии, но поскольку Латвия член Европейского Союза, то я хотел бы разделить эту озабоченность. Мы в Советском Союзе жили в то время, когда с церквей снимались кресты. Мы очень хорошо знаем, к чему приводит борьба государства с религиозными символами. Вот очень важно, чтобы сегодня со ссылками на права человека, на религиозные свободы, на многокультурность, на многоконфессиональность западного общества европейского не было попыток исключать видимые знаки религиозного присутствия из общественной жизни. Я выражаю эту озабоченность, встречаясь со всеми главами европейских государств. Мне кажется, что это очень важная тема, и нужно сделать так, чтобы религии имели возможность принимать активное участие в общественной жизни, и чтобы ни у одного человека, в том числе христианина, не вызывало впечатление, что его религиозные убеждения не приветствуются обществом или государством. Я хотел бы еще раз выразить глубокое удовлетворение в связи с тем, что вы сегодня в Москве вместе с вашей супругой. И дай Бог, чтобы этот визит, как я уже сказал, открыл новую страницу в отношениях между нашими государствами.